Проводник в центре, под конец босса проводник не вынес. Тут направо, в Зихеме направо идем, тут меньше убить, нахуй. А, ну да. Не, ну скажем так, долгоног с копыта, и мы в расчете, а так? Ага. Бля, я еблан уже, я, короче, прыгнул и умер, нахуй. Ай, блядь. Ну ладно, пойду я на работу. Удачи вам. Давай, Сумин. Но мы еще, смотри, гнева точно убили, а остальных тоже убили, все. Еще кольцо надо, кольцо надо. Сильно. Ты лут подобрал, Сань? Ты лут подобрал? Нет. Когда там Даш планировал это ИКВ-10? Ну да, ИКВ-10 четверг надо сделать проходки, чтобы два рейда нормальных собирать, а то я ИПГов набрал, они, блин, такие есть и были. На самом-то деле, у нас вот... Саша пропадает, что ты говорил, ладно. Говорю, что они были средненькие, прям очень средненькие. Уже своим проходки сделать, есть пару нормальных ребят. Саш, и потом ну, равномерно рейд поделить, это посильно. На следующей неделе, наверное? Я сказал, в четверг. Смотрите, хотя она здесь не дамажит. Да. В четверг сделаем проходки, в пятницу пойдем в кару. ХМ снова двумя составами, но я думаю, здесь побольше уже людей наших сможет пойти. Ну я уже точно, да, ребят, 5 минут ждите. Я не пойду в гостях. Ну, найдем шамана, не проблема. Четверг, там. Остров. Доберем четвертый, надо кусок. Четверг? Ну, должны, по крайней мере. Мне кажется, что они апнут. А там обычно 2 недели, это 2 месяца. Или 2 месяца. Мне предполагается, что они апнут под ЦЛК 10. Ну, когда откроют ЦЛК. Так они писали 2 недели назад, через 2 недели остров апнут. Да. Ну они же как? Рога, хочешь в гильдию, если хочешь в гильдию к нам, присоединяйся. Давай, Рога, нормальный парень, Алик идет ебашит, бля. Уже шмотки лутают. Шмотки лутают. Я могу с вами ходить всегда, да, мне типа. У меня еще лок есть. Хороший, прям нормальный лок. Смотри, просто если мы своих наберем, ребят, то тебя уже взять не сможем. То есть не, ну я понимаю. Я... Поэтому как бы подумай насчет вступления в гильдию. Там правила я есть. Я не знаю, что за что у меня со статиком, потому что у меня типа одну неделю есть, типа рейд, другую нет. Типа. Я бью минуту. Ну, да, нас, типа, ну, если нас... еще я приду. 13:00 дневные РТ у нас, так то. Если есть желание. Короче, пожалуйста, приходи в Дискорд и все. Да, приходи в Дискорд в любом случае, но в гильдию тоже вступай, по возможности. Да нет, а если я был с вами на экстрим гильдии, так что типа нормально. Андрюх, спекайся, медведя. Зачем? Ну там куда-то идти надо. Там куда-то идти надо, пришел. Ладно, все. Точно удачи. Пока. Давай. Андрюха, фростон включай, где там еще нахуй заебал. Да он сейчас отъедет, это же ватная какая. Ребят, дайте открыть. Нет, блядь, здесь это сама алхимия лежит, ну блядь, ну пожалуйста. Какая алхимия? Пусть это, блядь. Блядь, вы просто проебали парня, нахуй, вот честно. Да хуй с ним. Давай, кайте их, не знаю, там, бросай, короче, эти... Приморозку, ветерок у них. Скилл, давай. Я побежал. Ой, блядь. А я вчера тут мелика селил, нахуй, ничего не знаю. Ладно, сейчас я спекнусь. Да я уже спекнусь. Я пришел. Что ты спекнулся, ладно? Так ты теперь там потащишь пару молов, да? Ну, конечно. Мне же ману пить не надо. Вы что, забрали, что ли, рецепт уже? Гад, да? Какой рецепт? Я вообще не понимаю, чё ты? Это за алхимию рецепт был 400, блядь, какая-то костя. Ой, бля, Жень, так похуй. Где? Вот, ну, если вы реснете, я подберу. Зелье ускорения, что ли? Да. А, это хороший. А он аукционе стоит 15 золота, блядь. Неважно, а тут бесплатно. Где, я хочу взять. Давай, Саш, бери его, я первый заметил. Я первый заметил.
Меня где-то... Ну серьезно, что ли? Бля, мобы. Я ничего не жало. Да нет, ты просто подошел и подлицов. Да я понимаю, что я калеч. Ну Андрюха, ну блядь, а вот это что? Бля, дивана нету. Я дам масрез, если сдохнете. Короче, я искренне, блядь, извиняюсь, вот честно, бля, буду. Ну как я Корану хошел? Ну, слышь, там Чернобыль, блядь, семечки больше орел, я один раз проебался, ничего страшного. Ну мы не райпались. Так, а где мой масрез? Такой отошел за жопой, загрел на змеев, подошел к другой пачке, ладно, дал звездопад, загрел вторую пачку. Молодец. Блядь, раз в год и палка стреляет. А, ну тут порт есть, если еще. Конечно есть. Дай, подожди, блядь. Рок, где надо было пройти туда, конечно, там рисануется. Они видят невис, да, эти щели. Тут сейчас повстаем, порезаем, похуй. Короче, я понял, у меня макрос пропал. Прям. А кто там так далеко лежит, прям высоко? А я релогнулся, он у меня сохранился. Детсашка. Короче, смотрите, нам вот этих монолитов надо убить, а робота можно не бить, как я помню. Ну, я понял. Вот я убиваю. Дайте тебе честь. Надо не запулить. Понял. Я... Не, ну, самый сложный мы прошли, остался гнев и потратить рану. Ну, я, типа, скажу честно, типа, рану мы не убьем, у нас не хватит просила. Ну, попробуем. А вдруг не будет зимы, а? Ну смотри, если Женя уйдет, ну Женя сейчас уйдет через сколько, 30 минут он говорил, если что, хэпало спеку, забираем кого-нибудь чела. Если у нас не будет кары больше. Сзади тут лох. Мы можем пробовать через хэпало ДЦ. Так, ладно, где мой рецепт? У кого алхимка есть? У меня есть. А у меня нет. Значит, ну, потом пойдем. У меня есть. Эй, вставай! Давай. По стенке. Никуда, не сюда. С другой стороны надо было? Ну, я хотел скинуть его, я не знаю. А что ты это, блядь? Это все лагают или я лагаю один? Ты лагаешь. Дай ему бар. Че, в танке? Я-то в танке. Так, милишь? Ладно. А что тут без ДЦ этот таран не убивается или что? Ну, зато таран больной просто. Я не знаю, вроде там, покороче, они типа по фамильярность стакают, и типа когда уже третьего фамильяра добиваешь, если там не просчитованный, либо же, короче, нету сейва у парня, он умирает, но... Тут я фамилиарность. Либо надо овер ДПС, типа. Либо надо, чтобы у каждого там было 10 плюс, типа, и тогда можно без ДЦ проводить. Сверху убей. Ну, мне кажется, именно копыта без ДЦ вообще не убиваем от слова совсем на данный момент. Если там не РФ2, то уже можно без ДЦ бить, типа, просто бегать, типа, дети. Семечки. Но на копыта ДЦ надо очень сильно. У меня, говорю, вчера вот за три беса уже щит спадал, типа. Что ты, Петя, говорил? Ну, мы же попробуем. Не, рано попробуем обязательно, но... Копыта. Ресники? Да. Мне копыта, кажется, все равно проще, чем ожан. Ну, шоперу можно пробовать. Шоперу никак. Нет. Это самый сложный босс. Не соглашусь. Для тебя он проще. По моему субъективному мнению. Ну да, для тебя он будет проще, типа, для остальных, типа, я думаю, нет. Там по факту в копыте ничего сложного нету, типа. Условно, блядь, пошел, вынес метку. Че мы с ним идем? Сосань. Вынес метку, если на комнату, типа, в мелизону, и все, закрыл комнату. Типа, ну вот проблема закрыть комнату. Да. Но мы FDK туда загоним.
Не, надо туда ставить кастеров. Типа что... Ну потому что зачем нам милик, который бесполезный? А я в Bloody Conspectus буду... Это... А вообще бы нам копыта закрыть, блядь, выкинули бы всех нахуй РДшников и чисто, блядь, 10 миликов хуяри там сидят. Да, я пойду зачарю один. Чтобы, наверное, у нас, смотри, у нас АУЕшки для мелких мобов у нас достаточно. Ну хз. Я могу в билд спекнуться, этот АУЕшки. А, ну да, у нас же мутик есть. О, у нас есть афлик, который семечко будет на всех порчу вешать. У нас есть арпал плюс фэлар, который будут видеть. Я тут даже не переживаю, стан, только дайте стан, дайте стан. Ёма. Добивали. Побежали, встали, там телепорты если побежали. Да, здесь эти мобы шотают? Конечно. Ну, сан, дай дробёшку. На экстрене вообще урну не выносили. Ну, короче, вы знаете уже, будете знать. Но... Я вчера уже тоже эту хуйню проверил. Экономик, беги. Сосуня. Чё, давайте дробяшку разволю, а то меня он бесит уже. Да тут она мне и нужна только. Да, давай, пароль. Я же после зачарю за каменную и буду на... Времени, два моба к вам побежали. Ну так, конкурент. Лови в ДК, лови, Андрю, где Андрю, блядь? Он мне обмен бежит, дает. Блять, просто стойку таунти моба, ебан в рот. Да таунт, я же отдал за таунти. Череп, только не забудьте дать стан, пожалуйста. Я постараюсь. Дал. Давай обмен. Ну смысле, давайте шаман, там написано шаманский скипетр. Да, Энх выиграл, давай. Энх выиграл, все, ничего не знаю. Сука, отдай же, блядь, я победил за шаманку. Он играет то и в ДК, говорит, то... Не постоянно. Не, ну его где какой надо спек, там его и спекают, типа, это уже точно. Там не то, что он там где-там, где там. Он в ДКшку и терпел, так что он спекался в ДКшку, где Мирихал скомандовал. Заслужил. Не знаю, все. Мне главное нужен по времени рецепт. Я, блядь, что не зайду, на аукцион, блядь, специально куплю штук 5, я на почту отправлю. Так, моб согрелся. Моб согрелся, ребят, сзади. Тащим. Тащим, он мне пол лица с одной тычки снял. Поеду мотать, чем. Тащим. Сихилы сзади себя пьют. Такие скелеты лежат, видели? Да, поступили. Девчоны. Мы, блядь, больше на трэш упали, чем на босса. Ну так здесь... Трэш. Это просто трэш, а не трэш. Это трэш? Это трэш. Ну сейчас иди гейму полчаса не убьем, пока зачарится, там уже рейд закончится. Давай шкафу вставить и сама не убьем. Сам долетишь, блин. Поставь шкаф, поставь, пожалуйста, пока не... Так он еще не готов. Я сейчас во время арта заганю. Да, можешь я сам уйти, в принципе. Пешком похуяришь, короче. Так, а этот... Пинаколада укупили, там опять заняты. ДК в Каражане. А, он тут. Не, мало ли отошел, что-то я не просто вижу, что написал. Блин, какие плечи сочные, духа. Заходи. Что сочные, на РДУ? Да, ну как, на ДЦ, да. Мы их пробежим? Нет. Сагали! А все равно туда надо будет бежать, да? За не надо бежать, можно было пробежать. Ну моя рана, ты вряд ли с первого трая убьем. В этом порта не будет. А вы меня суманили уже или нет? Вот я суманил. Суманили. А, блядь. Я вам говорил. Я пешком даже. Ну, я дропнулся. Сейчас зайду. Смотри, на месте бежит курица. Я, кстати, сирусовские эти
Вашки включил. Теперь у меня мечи, когда прок этого искусства войны на экране появляется. Во, а где включить, Саша? Санек, а где вот их включить, Саша? А, интерфейс. Бой. Уведомление. Бой. И вот с самого снизу оповещение, срабатывание эффектов, центральное оповещение на максимум. Во, мне просто должна сработать книжка какая-то сверху, да, все. Я смотрел видео Палникса. Не знаю, но это, блядь, это... Я помню, я видал у этого. Размер фокуса — это кварц или как там аддон? Вроде по-другому никак. Как зовут этого дурачка-то, блядь? Ну, изначально максимальный. Иди, чего, блядь, вспомнил. Уйлок, значит, показывал хуйню, блядь, этого. В каком-то это... Так, все, я драйвом, можно снова не потом. Ну да пошел ты, 2 минуты уже сам пошел. Шкаф уже стоял, сейчас шкаф уже был, километр. Вот вы огурцы просите, у вас кто-нибудь воспользовался хоть образцами? Огурцами? Нахуй надо. Огурцами. Флокусскими. Да. Далеко палец тянуть надо. Аж до земли. Типа, я не знаю, все просят, но никто не пользуется. Там, как говорится, надо огурец не отрывать ботвы. Почему? Он у меня лежит. Это из вежливости просят, блядь. Чтоб ты не думал, что ты бесполезный. Смотрите, там двое, останетесь кое-то. Так, я. Блядь, я вылетел сейчас. Ой, блядь, началось, а? Мне нужно кольцо. Мне интернет ломается. О, там тринка падает на ДЦ-шку хорошая. Где? Сарана. Ну, неплохая. Переходная, но неплохая. Лучше, чем 245-я. Да, можно смотреть. Это нет. Если они... Там такая... Непонятная. На копыта заскочим по-быстрому. Ага. Тебя суманули? Нет. А, мы на эту, на гнева, понял. Да, суманули. Все, на гнева, ребят. На гнева. Не гневайте, боярыни. Вот нам гнева надо прям первотрая убить, либо мне купить эти реагенты на диван. А на гневе вроде щит, да, на шамана падает? Классно. На хапала. А, на хапала, да, я ошибся. Да, я ушел на Цезара забирать. Там саты получше будут. Там крит с МП5. Неправда. Там такой же падает, Саша. Летов погибели. Крит МП5. Погибели. Ой, погибли падают перед МВПС. Да, вроде лошадарик и там. Не, я заберу с удовольствием. Да, хасы больше падает. Помню. Сейчас я 3 шмотки лутану за эту кару, я могу хилить хоть ходить. Конечно. Пони оделись на. Только вчера, блядь, вас водил в льду. Ну как, месяца 3 назад. За проходки, блин. Так в итоге мы проходку получили с пугами. Да, нет? Мы ее получили. На небо? Не туда. Да, Женя, не туда. А он зовет меня. Иди ко мне, говорит. Это алкоголь в тебе зовет уже. С красными пришлями стоит в центре комнаты и машет, блядь. Ой, сейчас там надо стоять, что-то бегать. Вот лучи не пересекать. А может быть, Женю в Лема я вкупала? Там же так-то... Ну это было на этом боссе было, конечно. Как-нибудь вертелемом, ну да. Там кусок себе сделал уже.
Охренелся кусок, у меня есть башка такая. А тебе плечи отдали, не? Ничего мне не отдали, плечи отдали, руги шамана отдали. Ага. Ну и пусть. Я свои 6 выдаю там эльвам. Что, что кому что отдали? Ну типа я думаю, на гневе лучше в хэпало, не? Там же танка херачит. Да там, блядь, одно, там одно дыхание прохилить и все, типа, если и он не прожмется, там до пизды хэпал, не хэпал. Просто я-то могу стоять на месте и ебашь ебу. Я тоже на месте могу стоять. Я не помню, он, там же там можно было или нет в Двицали брать ДДшную урону? Стать на один фрейм? Нет. И залутать. А, там еще надо эти порталы закрывать, я забыл. Там, да, 3 портала. Да. Ну, я могу на телескопе закрывать по стандарту. Ты хиловская, которая, да? Да. Я на телескопе вроде закрывал постоянно. Да, я думаю, у нас ДДшный будет забирать мутик, потому что он больше всех будет. Да, кто ему либо, либо бойчик, типа, бурстить как раз он зайдет. Да, все равно, кто ему отдаст. Там кто, кому повезет, она еще за 10 метров может на кого угодно кинуться. Ну да, проблема есть. Типа по факту сок получается, если честно. Там же нету этого вроде Берсе. Да вот. А не, он умрет быстрее. Он убивается в 4 человека. А, да, мы же убивали, кстати, реально. На туре? Да, ты что, не помнишь? Когда все поливали, блядь, когда-то. Нет. Я, наверное, ливнул. Разбафанного мага. О, они, кстати, пофиксили прикол с умом. Это что? Разбафанного мага. Мага разбафанного, тогда затягивайте. А, типа, который стаки взял умом? Да. Фиксанули, конечно. Только заходишь в комнату, они спадают. А, он спросил. Я помню, что это надо 19 500 въебал сейчас нахуй, а ДПСа нет. Собирать сверху надо на этом копыте. В комнате. Я помню, да. Андрей, 19 500 ДПСа? Не, калитанул. А я на ДПСа въебал 19 500. А, 19 500 я, наверное, знаешь, когда там, когда в Т5 буду, но. Короче, я окончатель афрост, потому что у меня же пуха на фроста 60-я, потому что все. Да. Я думал, сейчас это отдаст кому-нибудь. Да я же зачаровался сделать, типа. Я думал, уже Женя отдал, типа. На две ханкеты. Идите нахуй. Ты будешь орком бегать? Орком? Да, вряд ли, наверное. Я просто думал, что еще у меня будет раз один, а его забрали. Ты будешь орком, понял? Там после каждого, блядь, сброса этого... Лера, получается. Что? Ну я вас подскажу. Я, типа, делаю то же самое все, я меняюсь, типа, звоню. Как только не будет. Зачем ты пропадаешь у меня? Там вендора убрали, Женя, он, типа, про вендора тебе рассказал. Не, а, не про, я не, а я про этого. Женя, я ты, короче, пропадаешь, ты лагаешь. Я сел далеко, ребят. Друг, будешь рассказывать сейчас, да? Я, короче, стою за боссом, у меня есть мелт, я буду скидывать. Нету. Короче, я вот так и пошел нахуй. Ты будешь рассказывать, или я пошел подбегу? Ну, придется, я не знаю. Все знают, блядь. Я забыл уже, что там с порталом. Короче, смотрите. Начну сперва по меткам, типа, условно, типа, давай, короче, кто нас спасил, нам ДЦ. ДЦ ты силишь лучи всегда, 100%, типа, где-то в трусах давай станешь, трусы твои ДЦ. Давай, бля, буду проще вот так, трусы твои. Женя квадрат. Дальше получается. Сацуны пускай будет у нас крест, чтобы Боб сразу дать, если еще. По кому в приоритете Боб давать? По Жене. Только по Жене. Дальше у меня получается. Слушай, Дикий, ты какой там нос торчит из штанов. Бойчик, давай, Ром будешь. Порвал штаны, ёпта. Печенька, чаржем забежишь.
Ты, Эндрю, давай будешь звездочка, будешь шагать медленно. Рога, напоминаю, со стороны стола начинаешь бить вот здесь, типа вот. Где там разгонник наш. Блять, пизду меня закинул. Я же милик. Ты особенный, типа сам по себе тусишь, короче. Пиздец. Это танчит. Бля, пиноколада, может мне потанчить туда и все, чтобы было проще. А хотя хуй, пускай танчит. Короче, пиноколада, помнишь это, как танчить, да? Или надо все рассказать? Танчил, нет? Алло? Ты не говоришь, если что. Пиноколада? Короче, пока он на ФК, смотрите, что будет происходить. Вы стоите в своих метках, условно, типа, босса ставят. Сюда вот, где стоит пиноколада, все, к столу босса ведут, ставят, короче. Ждете каста, он кастует лучи, то бишь выбираются у нас три луча. И луч можно сбросить. Как сбрасывается луч, то бишь глыба, инвиз, инвиз мага и инвиз роги, типа. Потом инвиз ночного эльфа сбрасывает и боб сбрасывает. Плюс баба сбрасывает. Боб дается у нас, если, короче, по эршами, если в него бросается. Типа, если не бросается, боб не используется. Все, на этом точка. Теперь, короче, смотрите, если у вас бросился луч, что делать, типа? Лучи нельзя пересекать, то бишь, если вы идете по своей линии, то вы идете. То бишь, соответственно, типа, вы, типа, не переходите друг другу дорогу, на лучи не заходите. Под вами прокают лужи, типа, ваша задача, смотрите. Прокнул лужу, вы дальше прошли, прокнул лужу, дальше прошли. Условно, короче, идете до телескопа, оттуда будут ебаши лучи. И идете потом обратно. Вас ДЦ хилит. Вот и все. Ничего сложного нету. И начинается фаза, он темнеет, вы просто бежите все стороны черепа. Пиноклад у нас забирает здесь портал, дальний портал заберет Петр, там, короче, Филовский портал. И до дальнего портала кто хватит, то уже хватит. Пиноклада танчил, все знаешь, надо рассказывать что-то. Ну, на второй фазе я его здесь и стою, да, его выдыхание, правильно? Ну, смотри, просто маленький тебе такой, типа, смотри, что там. Ты просто берешь босса, первая фаза, ведешь, ставишь, соответственно, на первый плевок ты не прожимаешься, на второй плевок ты даешь, короче, как он называется, ебаный. Что у тебя вообще есть? Кровь зеленка есть. На второй даешь зеленку, на третий даешь тринкет, на четвертый даешь, айсбаунд. И, короче, если будет пятый, типа, ну его не должно, я не знаю, просто какая-то вчера хуйня была, у нас там вообще долбом курится. Если что, тебя засейвит зубами ДЦ, либо Сацуна запомни цель, возьми, дашь ему сакру. Все, типа. А если косноязычие кинуть, он медленнее будет кастовать? Да вообще, можешь не заморачиваться, не надо, чтобы медленно кастовал. А чё? Кружок. Смотри, теперь касаемо второй фазы, он темнеет, ты просто смотри, чтобы тебе было проще, он темнеет и отходит туда, где стоит сейчас, типа в ту сторону. Ты просто вот сюда выходи, вот это вот сюда, вот, сюда выходи. Он типа может засопротить тебе первый касс вот в этом месте, плюс потом, короче, если начнешь сбрасывать, тебе проще добежать, взять портал. Не надо нигде ничего упираться и все. Ты берешь портал и похуй, можешь в стенке стоять. Потом получается босс типа встает опять в обычную фазу, мы строимся по меточкам, ты просто выходишь и опять сюда выводишь, сперва сюда выводишь, потому что он тебе в стенку упрется и поворачиваешь обратно, чтобы он в рейд не дышал. Все, это весь, вся механика для тебя. Есть тут что-то, кто-то не понял, чек на пулу. Дайте ЛК-фласку, пожалуйста. Вот как на обычном будут три... Да-да. Нет, луч не будет. Нет, эти лучи. Лучей не будет. Будет луч, который в персонаже. Лучи не бьют прям сразу. Смотри, мы сейчас пулим босса, он кастует лучи в нас. До тех пор, пока не закастует лучи, никто никуда не двигается. Не, я про синий-зеленый, вот этого не будет. Будут, типа, будут и порталы вместо них. Синий-зеленые порталы будут. Красный забирает портал на станк, там, где он станчит. ДДшный портал в районе черепа будет, а Силовский портал заберет Петр. Типа, все. Еще кому-то надо какие-то моменты? Кто? Босс простой, короче. Если вы... Я, блядь, стану где-то за... В апельсин вставай. Мне не нужна метка. Вот ДДшный берет.
Или пофиг. Кому там фаст надо было? Давай, блин. Я ждал. Два масла надо. А масла нету, все, давай. Чек. Сука. Уже могли давно убить, просто если бы все знали, типа, и разойтись. Рыбы. Еще раз. Рыбы ты давал? Нет. Не давал, похуй. Похуй. Все, иди пуль, короче. Все ап. Стойте по местам. Ап не достанет. Да, все, веди быстрее, да, короче. Бочком можешь бежать спокойно. Две секунды лучи. Кастуются лучи. Да, стань, о, стань, стань обратно. Все, лучи продвигаются вперед. Женя, Боб, да? Я не могу уже. Как улет? Блядь. Поставил стол поставь, пожалуйста. Стол поставил, он сейчас увидишь, чтобы всех на вопрос. Все, бейте босса. А ты как тут про... О, спасибо. ДЦ хилит лучи у нас, напоминаю. Я Жене Боб дал, Жень хилит. Если у тебя не будет прожима, скажи, типа. Обязательно скажи. ДЦшка, ты будешь меня хилить? У меня 10 хп осталось. 4 хп. ДЦ, ты лучи хилишь, там он где, блядь, спасай звездочку. 1 кхп, ебаный рот. Ты прожался? Да, у меня СКД. Ты прожался, что такое? Охуенно, блядь. Все, побежали. Я возьму на этом. Я возьму, иди за это. Череп все побежали, под ебалом никто не стоит, все нахуй. Все, берите порталы, сейчас появятся. Сейчас будет отражающий щит, так что не бейте. Бежи вперед, ДК, бежи, сейчас портал появится, портал надо, бежи. А? Вот этот портал тебе надо взять. Фидикей засранец. Все. Босса не бейте, он обратно бьет. Кто шарит, тот бьет, кто не шарит. 6 секунд еще. А что он не бьет? Обратно. Все, Еру, давайте, Еру. Фидикей, все, бьем. Блядь, я забыл за обратку. Я, блядь, два раза сказал, что обратку, блядь, не бейте. А я не понял, о чем. Все, выдохнули. Все, вот это весь босс. Сейчас опять построились обратно и все. Фига, пулемет Максим был, только что это, кстати. Больше нихуя не будет. Ой, здесь еще шея нахипала, падает. Все, построились. Лучше не пересечь. Не пересечь. Выводи, уже все, не выводи. Бля, я бью с одной ручкой, на. Ну хуяло, короче, смотри, вот такие моменты ты должен выводить, все. А я не могу скинуть, да? Ну ладно. Так, нормально, на сове, да. И все. А чё, сейчас плохо было? Не-не, ничего, похуй танчу. Там я потом тебе объясню, чё, в чём. Падайте. Так, я диван дам, кому дать? Давай, давай. Да похуй, кому? Андрей, ладно. У Андрея мастрес есть, давай сам. Короче, смотри, типа, фишка в том, смотри, когда он темнеет, ты выходи вперед, и, пока он не закастовал лучи, поставил на место. Нормально, чтобы, типа, было танчить удобно и силить тебе удобно. Не потому что ты там сидишь в текстурах, хуёво. А. Тебя за книжкой могут даже не просили, типа, понял? А, типа, из-за стола, понял. Да. Типа, он, типа, когда уже фаза кончается темная, типа, ты вот ты бежишь вперед, туда, на ту же клетку, где ты выходишь, типа, чтобы его словить. Поворачиваешь и обратно поворачиваешь. А, где же диван, блядь, я резал, не точно. Что-то шотнуло его на 6 косарей. Так он не прожался, я его запиздел. Нет, да. У меня прожимок не хватит. Нужно. Ты же говорил, первый не прожимается, остальное прожимаю. Ну, первый тебе не дал. Тебе первый не шотает, вторая шотает. Ну, сейчас же первая была. Вы сейчас первая шотает. Нет, это уже вторая была. Первая никогда не шотает, вообще никогда. Просто соло совсем. Первый вешается за тебя. Свою расу буду отдавать в него. Только под первое дыхание. Просто, ну, смотри, короче, если у тебя нету прожима, ты обязательно звучишь. Тут-то будет, вот смотри, первый каст типа не шотает, а все остальные касты тебя шотают. Вот и все, типа. Если у тебя нету прожима, скажи, у меня там сейчас зеленка дал, там еще что-то и так далее. И, типа, на следующий каст нету прожима, и все. Может, беса позовем? Все нормально. Пусть КП небольшой. Yes.
Да можешь и на хп кричать вообще эту фазу, типа, нам наша фаза ДДшная, вот когда он темнеет. Да. Ай, давай рыбу еще поставлю, чтобы вообще бонус. Да. Масло бы кто дал еще. Да иди попей. Хавай. Не буду тебя подъебывать, я, короче, при людях, нахуй, сторонних. Бодибилдер хрена. Да кара не сложная, я тебе говорю, когда люди сыграны, вообще каражан изи нахуй. Вот чё озвучил Гомель, он любит каражан. Гомель очень любит каражан, он его, блядь, пиздец. И он сказал, что каражан вообще изи, типа, вот только опера, все. Всем на опере пизда. Кто такой Гомель? Не знаешь Гомеля? Город. Беларуси. Да, эх, там красиво, нормально. Так, давайте это, соберемся и убивать. Начинаем зависать потихоньку. Вот он на хп, погнали. Ага, я, ну, я только два раза тот тестил, и все, ни разу не убивал, ну, честно скажу. Все, давай пулим. Короче, можешь без ДБМ пулять, как хочешь, это просто уже привычка. Он же тьмой пуляет? Ну, может. А, но у меня еще не было ауры. Босс ебашит сапраном, лужа ебашит тьмой, типа. Заводи, ставь, еще ебанет. Иди к столу. Прога под лицом своей. Бутылка в дыхании. Короче, он конус там пуляет. Он, идите там, блядь, место, только вместе ходи, чтобы вас фил доставал и все. Так, уже конец. Можете, хожу, блядь, да, прям по луже пробежать, ничего с вами не случится, если вас фил. Хане. Все, ладно, танка не прибить, сейчас вот опять дыхание будет. Чернобыль. Блять, ну не бейте вы, короче, когда вы на луже. Просто разносите все ровно, чтобы вот такой вот фигни не получалось. Бежали. Да. Лужа прокает по тебя, и все, короче. Только дотки можно раскидать, и все. Сейчас будет портал, приготовьте, здесь секунды. Все, бери портал. Сука, скотина. Шесть секунд. А, я одноручкой поглощаю просто все. Андрей, не бей. Все, бьем Гера. Там ДК, чё, по сливам тебе там достаточно откадешься? Должны откадешься, 2 минуты откадешься. Да, откадешься. Мы есть. Всё, построились опять. Вот сейчас и... выходи. Теперь обратно ставь. Таун прожми его. И обратно ставь. Так, а в луне ничего, никого нет. Поворачивай, чтобы не дышал. Рога вонишь. На стол ставь. Хорошо. Ну типа, короче, более-менее механику, надеюсь, ты понял, блядь. Mm-hmm. Да, я понял. А чё я босса не могу убить? Может, далеко стоишь? Да я еблан просто. Своего нету. Да, вот сопрот. Ты заранее, еще сейчас еще одно, да, дыхание будет. Есть сейв?
Не будем. 50 секунд, Чернобыль, еще говорим. Федикей, улетай отсюда. Мое. Смотри, если тебя не отбрасывают сейчас, а не отбросят, хорошо. 3 секунды, портал, ты тоже сбили порталы. Видите, порталы. Карли, блядь. 6 секунд. Ну я одноручкой, мне можно. Настать. Бью. Еще одни ворота будут? Ой, еще будет двое или трое у нас. Ничего-то пиздец дома. Ну не в Т5. Не про Т5, а вообще. Угу. Все, выходи навстречу ему. Сейчас он там. Просто бежишь нон-стоп, чуть сдвинул ее, короче. А, кастовать. Все, уже кастует, уже бежи обратно. Если начал кастовать, все, можешь обратно пиздать. Даш. Второе дыхание с опробом. Короче, тут это, печенька и звездочка бегает. Бернишь, Андрей? На фазе бернишь. Что-то пробивает ДКшку очень сильно. Ну все, прожим тебя давать надо. Не со мной, потому что... Если вы есть ДК, ну все окей. На следующее дыхание сопроводом. На второй, на четвертое могу сопрод дать. Либо первое, третье. Не бей только босса черного. Ну, я скажу, когда прожимов не будет даже. Не, надо поставить ты на какие приоритеты. Блять, мое. Будешь говорить? Если надо будет, говори. А что, это я всех бью? Нет, танк не взял. Танк не взял. Я не могу дойти, бля. Поэтому да. Телепорта у тебя нету, да? Я не могу вернуть. Ну это все. Кто-то может забежать его в портал? Взяли. Просите. Бойчик там сейчас. Просто сразу оттуда сваливай и все. Столько баскетируется. Да, бежи отсюда. Ну, короче, бейте без меня. Похуй на бойчика, типа. Ладно, сейчас вот еще на пазу. Лучи. Подписчикам мне похуй. Нормально. Ну, я отойду, короче, я думаю, здесь. Сына, как так? Взял лучи и издал. Да, там это, из-за портала. Под второй сопрод, да. Или зеленка переживешь? Зеленка будет. Угу. Значит, под третий дом. Че, Андрю, как бьется? Наверное, как и мне. Четвертый сам. Ну, ДЦ-шка пересек луч и умер танк. А, ты что там? Что сказать? Браво! Молодцы! Моем, практикуем! Да. Да.
Есть СС у кого-нибудь там? Что-нибудь? Женя встанет? Не встанет? Да, встану. Подожди, не вставай, там Петя это умирает. Я могу встать. Сашка, ты еще пересек лучше. Мы же могли это убивать. Тут убивается босс, блядь, в 5 человек. Ну? Ну, тогда осталось трое. В 10 не убили. Резь не рогу, я дам перерыж, я дам масс-рез. А когда у нас гильдия? А, нифига, у нас гильдия только 18 уровня. До сих пор. Фидике, что за фигня? Чё? Почему гильдия 18 уровня? Я не знаю. Ты должен заниматься этим. Я? А чё, я что ли? Я по возможности заниматель. По-любому. В танковском уголку Рейсинг Плюс. Поднимем. Ща, режек заможет. Я сейчас Андрей отошел. О, не Китай. Андрей, наверное, отошел. Думал, что мы убили. Мы, короче, пранканем, он такой приходит, говорит, что мы не убили, мы скажем, что мы его без него не хотели. Чисто теоретически можно без него начать убить. Не, так лучше будет его, ну, лучше его убьет, конечно. В смысле, он валяется трупом, и так... А, да? Да? Ну тогда без него давайте хули нам ждать. Значит, барабаны дам. Так, 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 секунду. Можете ему повесить рез, он станет в бою уже. Барабаны дикой природы дам. У меня нету, а давай. А, не, у меня есть барабаны. Ну давай, давай, Сонку, забирай. Все, ладно, забирай. Хотя ладно, давайте конкуренцию составлю. Ну, и я составлю. Заберешь в следующий раз. Ага. Да, не нафиг. Да нет, это нарфбала чисто, нарфбала. Так, еще час до next. Что, может, без Андрея начнем? Да, да. Конечно, да, конечно, да. Собрались, по меткам стали. Рыбы нет, похуй, дай, дай эти каски. Я разбав. Я поставлю рыбу. Давай. Рыбу давай, рыбу хорошо. У меня одна осталась. Просто не пресекайте лучи, типа ебаный народ. Что за свонение ебучее? Можно не дамажить, когда на вас луч, потому что основной урон идет на перехват. Не надо, конечно, не надо дамажить. Все, все готовы? Ну, по местам, бля. Секунду. Дайте я стану, блядь, кто в метках поближе. В квадратик занято, сука, занято. Все, все готовы. Ой, кружочек. Так, пуля. Давай, ДК, пуляй. 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 Пульнул? Запулено. Рога, Рога, стой на месте, потому что луч появится, чтобы это не пересечь случайно. Да я чтобы этот, чтобы триксы накинуть нормально. Блядь, Чернобыль, офиг как умер. Дыхание Чернобыль, его ебануло. Ну, кстати, просто Чернобыль, блядь. Босс разгнулся на него. Вот и все. Последующий я дам сопрот, да? Да, да, да. Меня хилить не надо, я сам похилюсь. Ну, иди лучше танка, иди лучше танка по абсорб, пожалуйста. Это третье дыхание, да? Сейчас будет четвертое. Здесь, в принципе, можно лужу вообще в лужу выносить, они каждые 5 секунд стакаются. Все, на вторую будет тебе сопрот давать, и все, да? Окей. И так, по-моему, будет. А третье и четвертое уже под своими проживами. Субтитры.
Женя, блядь. Готовимся. 4 секунды. Давай, Гелл. Ага, сейчас Женя разомажет. Жень, на следующий портал забери ты Хиловскую. Хорошо. Шо-шо, Женя умеет пиздить порталы. Ну, у него фулл мана будет. Ага, и ДПС. И ДПС, да. Так, бопа нет, бопа нет, осторожно. По меткам. Если бопа нету, то Сацун, ты подхиливай. Я подхиливаю. Трусы. 5. Жень, оттаскивай, оттаскивай, оттаскивай. Блять, шо ж ты, Сосуни, сука, нахуй делаешь, блять, как пройти? Разверни. Это было первое дыхание? А вот. ДЦ, я сам себя похилю, хиль там. На следующее, да. Анка, хиль. Мне казалось, мы на X3 вообще не парились с дыханиями этими. Не парились, да. Потому что Андрюха там обмазанный сопротами на таймингу. Что за хуйня? Перед лицом есть. Перекрестили лучи. А в смысле? Так нельзя что-то... Жека, бежишь? Нет? Да. И ты же бегаешь. Я страхую просто. А, у тебя фулл мана все. А он что, 3 сбрасывает после этой хуйни? Кого? Фазы. Ну, это плохо. Так, забрали? Да, забрал. Конечно. Ждем. Прохильте этот танк. Аккуратно. А хотя нет, он не помню, нормально живет. 3, 2, 1, 0, погнали. 3, это про что ты спрашиваешь? 3. Ну, типа, агро он скидывает или что после этой фазы? Сейчас Женя убил. Женя! Даже подхилить для чего? Ну, блять. По нему урон не проходит. Я не знал. Так, думаем, что делать, да? У меня возложение одно есть. А Бэра нет. Ты, короче, хильд лучи. Падает. ДЦшка. Падайте. Ну, ДЦ не прохилит. Ну, давайте попробуем, ладно. Ну, ты подхиливай лучи, а ДЦшка на танке. А, на ДЦ-шке, да? Ну, бопу. А мне только один лоб. На следующий, да. А вы что, не убили и по новой спойли, да? Угу. Вот и... У тебя реса нет? Нет. Ну, кстати, это петучи не хотите уже? Я брал портал. Дерутся они там за него. Я тебе говорю, что это никогда. На X3 тоже там кому-то отдавали, но забирали, попало. Не, ну это, я не знаю, ну что за сильно пиздец тут было. Это самый простой босс в Каражане. Ну да, если бы 10 человек тут было. Ну, Андрюх, первый трай ДЦ перешел луч, вайп. Сейчас Женя сдох. Типа, блядь. Я в общем, я сейчас никого ничем не винил. Ну такие дела, да, Андрюх. Мы сейчас в одного ДЦ пройдем этого босса и поймем, что здесь хилить нечего. Порталы, порталы. Забирай лучше, мочек. Ты там стоишь, я не вижу. Да, да, да. Все, портал танковский забрали. Да. 9 секунд. Две секунды. Бьем. Нужно ману отрегенить.
Андрюх, привет. Здорово, Календаро. Я сейчас отойду еще как пока, короче. Че, у вас много на рейде, да? Приготовились на портал, на лучи. Надо... Короче, обопому, да? Угу. Я хилю танка, как-нибудь сами хильте. Проебал, суппорт. Просто не лутайте лужи. Все, пиздец. Заходим в лужу, заходим в лужу. Да, диван. Куда, а ну-ка. Кого-нибудь, диван. Да, для того. Найс, за диван. Паник был, там было два вара, рога и ДК. А, и маг вместо вара. Андрюха ушел? Да. Логи мост есть. Подожди. Ты что, мост рез снял? Ой, диван. Ты мне дал диван, он меня же уже убил на диване. Угу. Блин, какая-то порнография начинается. Я уже спать. Жень, иди спать. Я думаю, тут после этого Ро будет. Плачевно, что ли? М? Все так плачевно, что ли? Да, люди, походу, устали. А вот можно поменять, чтобы книжку юзать здесь, нет? А книжки здесь не работают. Не работают, да. Мне не прожимается вообще. Может, паладин хэпалом похилит, а я шипешником? Можно. Ты что-то ну, тут... в жизни столько не услышал. Опять упали, да? Ну, в смысле, мы... да. Мы не вставали. Ну, давай, короче, сейчас без этого. Без всяких заебов. Короче, нас портал берет бойчик теперь без всяких воебонов. Короче, давайте. После я... вам, короче, смотри, вы там уже определились, я слышал второй луч, да, типа ты его слышишь постоянно. Ну да, под второй харчок. Только я не всегда его отслеживаю. Но он стараюсь по максимуму. Ну ДК, короче, ты же в Дискорде озвучишь второй, типа, и все, типа. Или это третий. Первый на 20 прилетает, второй на 40. Первый не сейвится вообще ничем, типа... Да. Знаешь, а, первый на 20, а второй на 60, он же на 200% увеличится урон. Ладно, короче, я по ощущениям даю на второй, на третий, точно не помню. Да не надо по ощущениям, давай, короче, вот так. Первый не сейвится, второй идет зеленка, третий даешь ты ему сейв, потом он прожимает, что-то там чередует тебе. Но зеленка-то больше поглощает, чем... Какая разница? Он выживает там, дальше ничего не надо, он выживает вот всем. Я...